Исток жизни все равно, что начало спектакля, и люди в нем актеры. В театре, как под увлечительным стеклом, раскрываются людские натуры. Эхо – народная труппа, уникальное место, где каждый, вне зависимости от образования и социального статуса, может приобщиться к великому искусству игры на сцене. Но вернемся на несколько минут назад и заглянем в сокровенный процесс подготовки. Лешенька. Даша. Стой, подожди, Леш, мне тебе кое-что сказать надо. Говори, что? Ну, это очень срочно, подожди, ну. В этом году Народный театр «Эхо» начинает юбилейный 60-й сезон. Репертуар у коллектива свободный, ставят то, что находит отклик в сердцах режиссеров и актеров. В этот раз на суд зрителей спектакль «Очень простая история». Его режиссер Владимир Николаевич Пекур всю жизнь проработал инженером-конструктором. В Народном театре он уже 44 года. Донести историю, даже если она именуется простой, дело не из легких. Произведение проходит много звеньев. Когда драматург пишет пьесу, он пишет ее о чем-то. То есть у него есть какая-то идея, мысль, да? Прочитали мы пьесу, режиссер ставит. У него появляются какие-то другие идеи. Пьеса уже несколько, ну, как мы ее ставим, акценты какие-то смещаются. Потом актеры привносят свое еще что-то, да? Ну, а потом приходит зритель, и этот зритель смотрит эту пьесу. И вот что увидит зритель, о том это и пьеса. Спектакль рождается в труде. Актеры театра от астрономов до экономистов – настоящая творческая семья. Все придумывают вместе – репертуар, костюмы, декорации, нередки и творческие споры. Художественный руководитель театра Андрей Валерьевич искренне предан коллективу. Его роли разноплановые и характерны. В этом спектакле я играю роль петуха, потому что это история про людей и животных. Вот. Ну, мне нравится эта моя роль, она такая очень живая. Вот, тут такой представлен, знаете, петух-эгоист, он такой ко всему относится так четко. Актеры часто сравнивают театр с чемоданом без ручки. Вроде тяжело, но оставить не можешь. Так инженер Алла Викентьевна Скоробогатая всю жизнь отдала сцене. С первого дня существования театра на протяжении 60 лет она выходит к зрителю как в первый раз, ведь жить без этого уже невозможно. Прекрасный человек, замечательный, талантливый, безумно любящий театр, серьезно относящийся к служению мельпомене и сыгравший очень достаточно много ролей. Нередко актеры из любителей переходят в профессионалы. Так одна из участниц Народного театра «Эхо» стала студенткой Санкт-Петербургской театральной академии. Известный режиссер Иван Павлов также начинал карьеру именно здесь. Говорят, чтобы прочувствовать атмосферу театра, необходимо ощутить его запах. Однако в нашем случае достаточно увидеть одухотворенные глаза актеров. Они в шутку называют «Эхо» белорусским МХАТом и просто счастливы, что могут играть для души. Меня судьба избаловала. Я играю очень замечательные роли. Я играю такие роли, о которых мечтают многие профессиональные актеры и актрисы. В гримерное время летит быстро. Нотки предвкушения и легкого волнения повисли в воздухе. Остались считанные минуты до выхода на сцену. А для зрителей у Владимира Николаевича только одно пожелание. Главное, чтобы думали. Чтобы это все, так сказать, прошло от сердца, в голове и обратно. Все, мы пошли играть. Театр – уникальное изобретение человечества, которое помогает узреть гармонию с самим собой, независимо от того, на сцене ты или в зрительном зале. Кому нужна такая улица, которая не ведет к театру? Вероника Росинская, Сергей Васюкевич. Утро. Студия «Хорошего настроения».